докладывал о разработке низкоплотного материала на основе синтактной пены и исследовал его свойства в исходном состоянии. Было много вопросов, которые заинтересовали, в частности, сотрудников и коллег из НИИСа. Данная разработка, я уже ее в этом году применил на своем предприятии и надеюсь, что она возымеет тот же эффект и на других предприятиях, и будет также применяться.